Мы находимся в новом терминале. Операция была спланирована нашим командиром «Моторолы» и командиром батальона «Сомали» «Гиви». Группа «Демонтаж». Да, называется группа «Демонтаж». Моя рота вошла в терминал позавчера. Танки отработали верхние этажи. Вчера ночью мы заняли 4-й этаж и почистили 3-й этаж. Сейчас будем, ну, темно, плохо видно, и мы перестали операцию, отложили операцию до утра. Сейчас будем защищать 3-й этаж, потом сконцентрируем усилия и начнем выбивать со 2-го. Потому что основные люди находятся на 2-м этаже. Их примерно, ну, может быть, человек 20. То есть, если я правильно понял, сверху, снизу уже... Да, сверху и снизу мотороловцы на 4-м этаже и на 1-м находятся мотороловцы. На 2-м этаже их основные силы, а на 3-м пулеметные гнезда и снайперские гнезда. Вот такой расклад. Ну там еще остались снайперы или пулеметы? Да, на 3-м этаже остались.